Сэм! Вернулся. Тяжело, наверное, было добраться, тем более в одиночку. Но теперь вся команда в сборе. Вся команда? И Дай Хардман? Слишком много прыжков за такой короткий промежуток. Ее клетки загрязнены хиралием, что вызвало усталость на молекулярном уровне. Из-за этого у нее не работают механизмы гомеостаза.
Не бойся, ей ничего не угрожает, но ей нужен отдых. Так где директор? Его положили в другую палату. Его нашли лежащим без сознания у изолятора. Как было с тобой после встречи с Клиффом? Даже после деконтаминации она восстанавливалась все медленнее. Сэм, добрался. Есть хочешь? Спасибо. И все-таки я тебе нужна. Неужели? Ну ладно, время не ждет. Ведь так? С нами Сэм. Великий доставщик. Единственный, кто сможет найти Амелию. А ты сейчас не в том состоянии. Ты навредишь и себе, и ему. В ходе поисков берега Амелии я пришел к ошеломительному выводу. Если сравнить берега с мультивселенной, похоже, что ее берег расположен на более высоком плане. Я могу ходить по чужим берегам, всем, кроме ее берега. Он невидим, недостижим, боюсь, даже для Фрэджайл. Представьте себе кровеносную систему, к примеру. Каждый из берегов – это один капилляр. Но берег Амелии – это сердце, которое гонит кровь по всем ним. Капилляры являются частью единого целого. И во главе стоит сердце. Оно направляет, задает силу потока. Оно всем управляет, все контролирует. Вы понимаете? Все в ее власти. Ты можешь добраться до нее, плывя против течения. Но, скорее всего, после этого она не захочет тебя отпускать, и ты не сможешь вырваться от нее. Но Фрэджайл и Дай Хардман смогли сбежать с ее берега, да? Тогда произошло то же самое, что было с тобой. Я ушла оттуда не по своей воле. Меня вытеснили, возвратили. И кто? Она. Вытеснили? Почему? Это только догадка, но... Ей нужен ты, чтобы ты к ней пришел. Вот чего она хочет, наверняка. Вот значит как. Амелия Фвы – это ее финал. Так, проясним, чтобы предотвратить последний выход и вернуться живым. Я должен прийти к ней и отговорить ее. Так, что ли? Верно. Банально, но... На тебя вся надежда. Хотя, если честно, даже ты вряд ли ее переубедишь. Если она не образумится, придется ее убить. И если ее убить... Ты спасешь мир, но сам застрянешь вне его. Навсегда.
Ну что ж, тогда договорились. Ты готова доставить груз? Поговорю с ней. Может, передумает. Хотя с учетом текущих реалий, мы просто отсрочим неизбежное. Но если это даст нам шанс создать что-то получше, обрести надежду. Хотя бы ненадолго. Ну, я знаю одну женщину, которая таким шансом воспользовалась. Ничто не вечно. Даже сам мир. Но мы должны бороться до последнего, верно? Латать дыры, менять детали. Все такое. Чтобы было видно, мы старались. Мы жили. Ты же говорил, сохранность груза не твоя забота. Потому что мне трудно было о себе-то позаботиться. Когда мы встретились в пещере, я думал только о том, как бы дожить до рассвета. Меня не волновали ни Америка, ни будущее. Я жил во лжи, прикованный к прошлому. Я был сломлен. Но что-то произошло, и я начал меняться. Познакомился с людьми, которые показали мне, что все не так плохо. Которые верили в завтрашний день и в меня. В которых, вопреки всему, не угас огонек надежды. Я должен постараться. Ради них. Но что, если ты не сможешь вернуться? Один хрен где подыхать. Верно. Позабудь Аллу. Ладно. К востоку от портового узла некроматерей не нашлось. Хватит с малыша. Хватит. Хорошо. Я приложу все силы, чтобы выходить кроху. Соберись. Помоги мне ее найти. Тянись к ней, Сэм. Тянись. Ты ведь ее любишь. Любишь!
знаю, да.